И всем привет, с вами я. Да. Случилась фигня одна в лагере. Что? Я оглох. Меня оглушили на дискотеке. Да. Теперь я хожу с ватками в ушах. Я пришел на дискотеку, значит. Все было, потанцевал, какие-то два чувака левых подошли. И все. И оглушили. Потом случилось вообще непонятно. Да, я с лагеря уже приехал. Случилась такая непонятная фигня, что я тупо ничего не смог поделать. Мы ходили в медблок, ничего не помогло. Когда я приехал домой уже, кстати, лагерь супер, сходить. Когда я приехал, пошли мы в медблок, мне ничем не смогли помочь. Потом я сегодня ходил к лору. И мне выписали какое-то лекарство капать в уши, как я и сделала. Вожатые были супер, огонек, ой, костер супер, вообще было все супер. Да, подпишитесь на Андерсона, он мой друг. Вот, когда меня оглушили, я вообще был в шоке. Сейчас вообще у меня ухо одно не слышит. Все болит, колыхает. Не знаю, что мне еще сказать. Мне плохо. Ладно. И всем пока. С вами был я. Макс Лэк. И всем до скорых встреч.